такая красота. Такие нарядные, красивые. Такие хотелось, чтобы все. Все, друзья, смотрите, пришла Юля, поэтому можно начинать. Необходимо на листочке написать имя будущего ребенка. И так. Собрать из этого листочка самолетик. Потом мы их будем запускать, через самолет дальше улетит, так и будут звать будущего ребенка. А, вон оно что! Хорошо, мы пишем имя мальчика. Так, я написала Демид, Мирон. Мирон. Все, это мы идем. Мультик, правда, у нас. А как самолетик делать, ты знаешь? Нет, я. А что делать-то? Вот так, по-моему. Да, я написала. Я Сирис Канхар. Шикарный самолет. 15, 10, 20. Да! Тихо! Тихо! Вам! Вам! Стоп! 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 Вам! Нет, 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 там! Нет, там! Вам! Вам! Долба, это не самолетик! Вот там, вот там. Да! Вот, 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 вот! Да! Да это вы сейчас, стоп! Это вы сейчас скинули! Я меня спросят. Расскажи мне про тусовку блогеров, как там было? Я говорю, ну смотрите, было такое задание, написать имя на самолетике и запустить его. Вот, друзья, вот, друзья, что? Твой муж. Брат, ему ультрафиолетом посвяти. Самолет, который победил. Давайте, голосуем, ты думаешь, кто будет? Я думаю, что это мальчик, но хочу девочку, наверное. Так, а ты? Я уверен, что это будет девочка, но что мы перезапишем видео? Ир, я мальчик, уверена. Мамочка, я так люблю смотреть вместе турецкие сериальчики. Вот только понять не могу, сколько же там серий. Папочка, ты мой главный герой. Самый добрый, стильный и самый сильный. Рядом с тобой мне ничего не страшно.